Усіх вітаю на Ютубі 24-го. Мене звати Андріана Кучера, поруч зі мною Раміс Юнус, американський політолог, власне, азербайджанського походження. І будемо аналізувати всі головні події станом на зараз. Господин Юнус, здравствуйте, я рада вас привітувати. Вітаю вас, дякую за запрошення, рад вас бачити в доброму здоров'ї. Привітую всю нашу многоуважаємую аудиторію. Слава Україні! Слава нашим героям! Британский The Telegraph сообщает нам о том, что Соединенные Штаты перебрасывают F-35 в Британию. Эти самолеты предназначены в том числе для нанесения тактических ядерных бомбардировок. Более того, как сообщает это издание, Конгресс США получил бюджетный запрос на выделение денег для строительства, цитирую, гарантийного общежития. И вот The Telegraph объясняет, что в данном случае термин «гарантия» используется в военной терминологии США для как раз обозначения ядерного оружия. И вот, как продолжают журналисты этого издания, потенциальное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании свидетельствует о том, что Запад вступил в новую холодную войну. Согласны ли вы с этим? И насколько это укрепляет позицию Запада перед лицом российской ядерной угрозы? Ну, то, что холодная война началась официально, нравится кому-то или не нравится, в 2007 году, после речи Путина на Мюнхенской конференции. Вот. И поэтому отчет надо брать именно оттуда. Это то, что, а что произошло сегодня? Сегодня произошла полномасштабная реализация всех планов, которые были озвучены в 2007 году. И именно после этого агрессия против Грузии, и вот это, что бы там ни делали на Западе, как бы ни старались загнать эту проблему вовнутрь. Но старт этой войне был дан тогда, я имею в виду чисто теоретически. А сегодня это в практической плоскости уже набирает такие обороты, что идет и гонка вооружений самая настоящая. Просто надо вспомнить, что такое холодная война, чем она сопровождалась, да, во время противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. И тогда мы поймем, что это противостояние шло по нескольким направлениям. Это было системное противостояние, ну, на базе, конечно, идеологического противостояния. Железный занавес был, вот, экономические санкции, гонка вооружений, вот, информационная война шла. И сегодня, в принципе, как вы видите, все эти составляющие имеют место быть, и они идут по развивающейся все больше и больше. И поэтому, когда мы видим определенные движения не только Соединенных Штатов Америки, а всей этой системы западной политической военной машины, потому что мы здесь же это работает через институты, да, так скажем, через Североатлантический блок, это если мы говорим о военно-политической составляющей, и через Евросоюз, если мы говорим, и страны семерки, если мы говорим о экономической составляющей. Поэтому вы видите, по всем направлениям завинчивают гайки, уже системность, она четко прослеживается. Этот каток медленно, но верно, ну, вроде как политика анаконды, да, которая вот так медленно душит свою жертву. И как это было с Советским Союзом во времена, вот, когда эта холодная война вышла на финишную прямую после афганской авантюры Советского Союза. И вот на протяжении 10 лет, вот так они медленно, но верно, ну и довели дело до завершения. И в 91-м году Советский Союз рухнул. Я вижу все эти все моменты здесь. Я с первого дня войны вам говорил во всех эфирах, что это мне напоминает именно авантюру советскую с Афганистаном. Вот то, что сейчас происходит после 24 февраля. И я думаю, Запад воспользуется этой ситуацией, Соединенные Штаты в первую очередь, которые будут лидерами вот этого процесса, для того, чтобы довести это дело до конца. И вы видите, как в Америке сегодня усиленно работает военно-промышленный комплекс, то есть обороты все на несколько лет вперед, все заводы загружены работой. Вот все то, что стреляет, летает у вас там, это все, как вы понимаете, является предметом больших заказов со стороны как оттуда, откуда это приходит к вам, пополняют эти запасы, плюс и те, которые смотрят и наблюдают за этой войной, имеют большие деньги, и я имею в виду азиатские страны, ближневосточные страны, которые понимают, что нужно запасаться оружием. Поэтому и на этом деле тоже все те, кто это выпускают, зарабатывают хорошие деньги. Ну, американцы в первую очередь на этой войне, конечно, надо признаться, зарабатывают деньги. Помимо политических дивидендов, здесь есть чисто и коммерческие дивиденды. И Европа сегодня в энергетической зависимости от того же
от тех же американцев, как вы видите. И что касается F-35, ну, F-35, вы же понимаете, что F-35 тихо-тихо приходит на смену этого истребителя нового поколения, и они приходят на смену F-16. И я так понимаю, по мере того, как эти F-16 будут сходить, ну, или будут они модернизироваться, или будут передаваться кому-то, ну, на их место будут приходить F-35. Вот. Ну, а все, что делает F-35, это вот сейчас вы уже озвучили. Вот. Ну, просто надо понимать, что Британия сама по себе ядерная держава, и просто Британия – это первый союзник Соединенных Штатов Америки вообще и в Североатлантическом блоке, и в Европе, и усиление своего союзника по всем направлениям тоже очень важный компонент в свете вот того переформатирования, которое просто начинается, но оно еще далеко до завершения, потому что пока эта война не завершится, и пока не будет понятно, где находятся главные действующие лица этой планеты, да, я в первую очередь США и Китай, но трудно будет говорить о том, что, ну, вот, как будет выглядеть новый мир. Но то, что новый мир будет выглядеть совершенно по-иному и будут действовать совершенно новые правила, это однозначно. И поэтому наверняка надо к этому готовиться и с военной точки зрения, с тактической точки зрения в том числе. Поэтому я это телодвижение американской военной машины в том числе рассматриваю через эту призму. Сегодня глава нашей разведки Кирилл Буданов сообщил о том, что тактическое ядерное оружие России уже в Беларуси, и, по его словам, буквально несколько дней назад первые боеголовки переместили на территорию Беларуси. И вот The Telegraph говорит о том, что в том числе и перебрасывание F-35 – это также ответ на как раз перемещение тактического ядерного оружия с России в Беларусь. Мы понимаем, это не новость, что Россия понимает только язык силы. Вот по-вашему, насколько это сильный ответ со стороны Запада? Ну, это сказать, что это именно конкретный ответ на это, я так не думаю. И российское ядерное оружие там – это то же самое. Сказать, что это вот предтеча там ядерной войны – совершенно это не так, потому что если специалистов позовите военных, и они вам более популярные, более профессиональные объяснят, что такое ядерное оружие на территории Беларуси или на территории того же Калининграда для тех стран, против которых это направлено со стороны той же России. Поэтому никакой разницы как таковой нету. Я так понимаю, здесь больше информационного давления на европейского обывателя, потому что информационная война не менее важная, и в этой информационной войне уделяют большое внимание в Кремле, ну и через своего сателлита в Минске, для того, чтобы как можно всякими возможными способами, ну, сделать так, чтобы Запад сделал шаг назад в своей поддержке Украины и всеми возможностями надавить на Украину, то есть остановить эту войну, ну, заморозить этот конфликт. Поэтому вот эти все страшилки будут иметь место. А то, что со стороны Соединенных Штатов Америки, это не тот ответ, который может быть. И все, что реально, реальполитик, как говорится, это все делается за закрытыми дверями. И наверняка в Кремле прекрасно знают, какой будет ответ в случае того, если Кремль перейдет к красной линии. Поэтому я наблюдаю, что Кремль вообще в последнее время, риторика Кремля на тему ядерного оружия совершенно не соответствует риторике, этой же риторике в самом начале этой войны. Особенно после того, когда и Китай с Индией тоже пригрозили России неприятием таких спекуляций. Поэтому это больше политический жест, чем это, как сказать, это политическая эскалация, это информационная эскалация. Это в предметную плоскость совершенно не перейдет. Если мы хотим, например, показать силу, Запад хочет показать силу, Запад должен был это показать санкциями, Запад должен был давно закрыть границу. Вот, например, по сегодняшний день, у меня мозоль на языке, я говорю, с первого дня войны должна была быть закрыта граница между Польшей и странами Балтии, с той же Белоруссией, да, с той же Россией. Почему этого не сделано? Ну вот в том-то и дело. Да. Поэтому по сегодняшний день и фуры ездят, и деньги туда-сюда работают, потому что как будто бы еще не весь пакет санкций принят. Вот это все как раз-таки говорит об том, что, ну, к сожалению, вот это те лазейки, которыми пользуются сегодня Кремль и Беларусь, и все те, кто хотели бы на Западе также как-то помешать успешному продвижению украинской армии в освобождении своих территорий. Но я не сомневаюсь, можете также не сомневаться, быть уверены, что они эту машину остановить не смогут. Коль эта машина запущена, понимаете, Запад как работает? Вот я уже
Живу здесь более 20 лет. Вот. Я прожил те времена, когда противостояние было Советского Союза, да, США, и эту афганскую войну, я помню, очень даже неплохо. И сегодня я могу сказать, что эта машина трудно заводится. Но если она завелась, вот этот каток, его уже не остановить. Его уже не остановить. Он просто будет медленно, медленно. Более того, он будет медленно, но верно набирать силу, тяжесть. То есть санкции будут увеличиваться по всем направлениям. Какие-то решения будут приниматься в политической сфере, декларации, вот это Международный уголовный суд. Все вот это то, что сейчас запущено. Вы же видите по всем направлениям. Вы же думаете, просто так, что ли, это запустили? Назад дороги нету. Назад дорога может быть только тогда, когда будет решена вот эта основная задача. И эта основная задача сегодня, вы видите, сегодня намного больше понимания на Западе, чем оно было в самом начале войны. Хотя параллельно, конечно, продолжаются все эти спекуляции в отношении там, переговоров, в отношении там всяких других глупостей, там, включая там проведение выборов, например, да, на территории Украины. Вот это все, опять же, это, но это не на том уровне, как вы сами понимаете, потому что процентов 60-70 вы уже это почистили. Вы это почистили тем, что вы выстояли, освободили главный центр принятия решения во главе с Киевской областью. То есть и плюс у вас и Харьковский успех, Херсонский успех. Сейчас медленно, но уверенно идет движение в нужном направлении. Вы уже посмотрите, что делаете из самой территории России. То есть это все лишний раз говорит о том, что уже процентов 60-70 движение в нужном направлении пошло. И, конечно, и на этом же уровне есть понимание. Здесь на Западе они понимают, ну что самое трудное миновали, так давайте доведем до конца. И это прагматичный, во-первых, подход. В первую очередь здесь США, здесь выборы. Старт этим выборам вот дадут со следующей недели. Здесь всегда это после Labor Day, День труда, как сказать. Официально начинается, еще даже официально не начал, чтобы вы знали. Вот тут официально будет дан этот старт. И я так думаю, весь этот год будет проходить вот лейтмотивом вот эта война. И я так думаю, на этом вы тоже можете очень хорошо и грамотно играть, потому что тот, кто сегодня обеспечит победу Украины, тот и задержится в Белом доме. Я имею в виду тот лидер и та партия. И сегодня, учитывая, что сегодня администрация демократов, Байдена находится у власти, у них больше возможностей, но и тот же Конгресс не сидит спустя рукава, поэтому вы видите, в Конгрессе поддержка есть. Среди кандидатов там дурака валяют, а в Конгрессе поддержка, как вы видите, есть двупартийная, поэтому вот держите дистанцию и грамотно их используйте. Я так думаю, в течение этой предвыборной кампании мы еще будем свидетелями очень больших изменений на фронте в вашу пользу. Ну, мы, конечно, надеемся на это очень сильно. Вот как раз дальше хочу с вами поговорить о таких политических составляющих в контексте фронта. Но перед тем, как мы продолжим, я бы спочатку хотіла звернутися до наших глядачів, друзів. Якщо вам цікаво, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, підпишіться обов'язково на наш канал, якщо ще не підписані, в коментарях будьте, будь ласка, активними. От така ваша допомога нам сприяє тому, що це відео побачить і почує набагато більше людей на просторах Ютуба. А вот по поводу как раз нашего контрнаступления. Мы видели ряд публикаций в западных СМИ о том, что якобы есть какое-то давление со стороны американских партнеров, со стороны командования НАТО на Киев в контексте выбора направления удара. Якобы Пентагон советовал сосредоточиться в одном месте и сформировать большой ударный кулак для того, чтобы все-таки прорвать российскую линию обороны. Но вот тем не менее, сейчас мы уже видим, как немножко меняется тональность в западных СМИ, особенно американских. Там уже говорят о том, что украинские вооруженные силы все-таки прорвали главную линию обороны. И накануне произошло такое секретное совещание между нашим главнокомандующим Залужным и командованием стран НАТО. И как раз там обсуждалась дальнейшая стратегия нашего контрнаступления. Вот как вы считаете, какую роль в принятии решения здесь все-таки отыгрывает Запад? И может ли быть вот такой вот вопрос, что все-таки мы должны прислушиваться как раз за счет того, что ожидаем получить больше оружия от наших западных партнеров, и как раз вот оружие — это та точка влияния на принятие решения нашим военно-политическим руководством? Ну, во-первых, я откровенно вам скажу, что все это спекуляции газет. Нет никакого такого противостояния и непонимания. Есть четкое понимание того, что Соединенные Штаты Америки последнее решение остается за Украиной. Последнее решение за военно-политическим руководством. Поэтому общаются, тесно разговаривают, конечно, обсуждают все предложения, но решение, последнее слово остается именно за Украиной. Поэтому это в первую очередь надо понять. Все остальное, все, что вы слышите в газетах, это просто спекуляция. Это проталкивание определенных нарративов. Если вот вы посмотрите на всю кампанию, и заметьте, все идет так, как говорил ваш генерал Залужный.
если мы говорим о военной составляющей, да, то есть он конкретно резко выступает, и он конкретно все, что говорил, именно так и делается. А все, что говорят все газеты, которые выдают, якобы Запад давит, и Америка в том числе, это все глупости, это определенные нарративы, которые нужны кому-то. Кому-то здесь внутри Америки они могут нужны тем, которые проталкивают эти статьи, будь то демократы, будь то республиканцы, или те, которые платят из-за рубежа для того, чтобы этот нарратив регулярно присутствовал в воздухе. Просто вы всегда, когда эта аналитика же, она какая, на чем базироваться должна? Вот всегда надо проводить мониторинги. Да, вот возьмите все газеты, средства массовой информации, посмотрите за это полтора года, сколько они важных, например, в разных тематиках информации вот так пробрасывали. И посмотрите процент того, насколько это соответствует действительности. Вот, например, что-то говорили, через месяц это должно быть, например. Да, через месяц это не произошло. Раз, одну галочку поставьте, два. И вот так пройдитесь и про «Вашингтон-Пост», и про «Нью-Йорк Таймс», и про «Политика», и про «Блумберг». И тогда вы увидите, процентов 80-90 они врут. 80-90. Вопрос простой. Зачем они это делают и зачем эти нарративы озвучивают? Ну, правильно, конечно, слушать специалистов. Если это мы говорим о военных составляющих, это надо слушать вот, генерала Петреуса, генерала Ходжерса. Я вообще ни одного русскоязычного эксперта не слушаю. Вот я публично это говорю. Ни одного. Ни в области политологии, ни в области военной экспертизы. Вот я вам честно говорю. А это потому что для меня это не основание для аналитики. Петреус, Ходжерс, послы Соединенных Штатов Америки, там, на тех территориях, которые работают, включая послы и в Украине, и послы в России, и в европейских странах, приграничных, я имею в виду, страны Балтии, там, Польша в том числе. Плюс это данные Пентагона, данные британской разведки. То есть это основание для того, что... Ну, и если мы говорим о политологах, то американские политологи, такие как Пол Гобл, например, да? Вот это все. Это люди профессионально высшего ранга, и они не А вот все то, что вы говорите, они, ну, я не вы говорите, я имею в виду то, что цитируете, да, из тех или иных средств массовой, там этого нету. Все то, что вот это в газетах проявляется, моментально подхватывает вся ее русскоязычная тусовка, и она начинает это проталкивать в информационное поле. А совершенно это не имеет никакого отношения к реальному. Из военных экспертов, опять же, я слушаю своего земляка, а также Агиля Рустамзаде. Мы с ним регулярно на эту тему говорим. И более того, совершенно другие вещи говорят. Его аналитика, она близка как раз-таки вот генералу Петреусу, генералу Ходжерсу. Он весьма в черно-белых тонах все это показывает. И он сегодня... Опять же, многое то, что сегодня делает, заметьте, ваши военные, это как раз-таки соответствует тем прогнозам, что он говорил. То есть он с первого дня войны говорил про дроны. С первого дня говорил о асимметричной войне. И она сегодня четко проявляется, она сегодня видна. Поэтому ваши военные довольно достойные и высокопрофессиональные люди. Они еще могут поучить многих там на Западе. Потому что такой войны, как таковой, на Западе никто не водил. Вспомните, посмотрите на историю и скажите, когда была такая война последний раз? И на Западе когда они проводили? То у них совершенно другая доктрина по-другому. Пустыня Сахара, там Ирак. Бомбежки, а потом спокойно идешь и все завоевываешь, да? Здесь же совершенно другая ситуация. И поэтому и не забывайте разницу между Ираком и той же Россией, да, в противостоянии. Поэтому это все надо понимать для того, чтобы правильно анализировать. Давления как такового нету. Решение принимает Украина. И судя по тому, как вот вы имеете уже конкретный успех, вы уже прорвали первую линию обороны, а еще впереди, как сказал тот же генерал Петреус, еще минимум 2 месяца, потому что такого типа масштабное контрнаступление идет минимум 4-4,5 месяца. Про что он говорит? Всего 2 месяца. Вот, а коль, исходя из этого, значит, впереди еще сентябрь и октябрь, очень важные моменты, и впереди очень важные наверняка ваши успехи. Поэтому я это все вижу. Параллельно я вижу выступление вашего президента, недавнее его такое масштабное интервью. Он между строк очень много чего сказал. Вот, например, я выходец из постсоветского пространства, я довольно прекрасно понимаю, что он говорит. А американцы его хорошо не понимают. Вот так я имею в виду обычный обыватель или те, которые выдают себя за экспертов, да, по специалистам по тем регионам. И посмотрите, они почему-то решили, что президент Украины поддерживает идею, эту дурацкую идею Америки, ну, некоторых американских сенаторов и конгрессменов о выборах, да? Он, наоборот, открытым текстом сказал, что это... Но он в культурной форме это сказал, конечно, да, что проводить в условиях войны – это совершенно не то. Вы можете выделять деньги, это же не проблема 5 миллиардов или 10 миллиардов. Это же додуматься надо, быть идеей.
таким не понимает эту ситуацию, что там более 10 миллионов там за границей, огромное количество миллионов на всей стране, внутри страны беженцы, и что, генерал Залужный своими военными там будут заниматься именно чем? Еще, а кто будет наблюдатели? Линдси Грэм придет там, будет сидеть наблюдать? Давайте весь Конгресс тогда отправим туда, я посмотрю, я согласятся они пойти туда? Они, конечно, согласятся. Я согласен был бы, если бы они дали бы 100 патриотов, закрыли бы все небо, и ни одна бомба туда не упала бы на время этих выборов, и конгрессмены спокойно там проводили. Нет проблем. Но вы же этого не делаете. А кто будет этим заниматься? Вы хотите, чтобы украинцы этим занимался? Тот, кто будет говорить сегодня о выборах в Украине, тот государственный преступник. Вот с моей точки зрения, я публично говорю, можете поставить это в заголовок вашей статьи. Однозначно. Тот, кто будет гражданин Украины, значит, СБУ должно им заниматься. Если он не понимает этого, СБУ должно ему объяснить. Если он целенаправленно это делает, разобраться надо, почему он это говорит. Полезных очень много. Вы что, не понимаете? У вас война за ваше существование идет, а какие-то выходят и говорят о том, что да, сегодня демократия, да, сегодня нужно проводить выборы. А кого выбирать вы хотите? Вы хотите поменять верховного главнокомандующего, а потом поменять еще главнокомандующего и новую команду собрать? Это во время войны? Где вы видели? Приведите мне пример в истории такой войны, когда проводились выборы. Поэтому это все, опять же, средства массовой информации. Да? То есть ваш вопрос, он такой объемный, поэтому надо понимать, и как реагировать на эти средства массовой информации. Резюме. Ничего такого на Западе я не ощущаю, живя здесь на Западе. Довольно широкий круг общения у меня. Я вам сказал, уровень людей, который представляет, с моей точки зрения, профессиональную аналитику, которых я лично там слушаю, советуюсь, и я могу понять, что там и как там происходит. И на этом уровне я ничего такого не слушаю. Более того, я знаю, что последнее решение принимает президент Зеленский и генерал Залужный. Однозначно, решение последнее. Как атаковать, как проводить все эти операции, это все за Украину. Потому что как американцы могут им указывать об этом? Американцы могут давать советы, американцы могут помогать им разведкой, они могут помогать оружием, говорить вот из опыта то-то. Но решение человек должен принимать сам, тот, который непосредственно на земле. На земле американцев там нету, на земле там генерал Залужный, понимаете? Поэтому решение будет принимать именно генерал Залужный. Как воевать, где воевать? Да другое дело, он публично сказал, у него с генералом Милли, с генералом Остином вообще никаких проблем нет, у них полное понимание. А еще многие аналитики говорят о том, что мы сейчас находимся в такой решающей фазе контрнаступления, что вот как раз вот эта решающая фаза начинается. Исходя из всех тех совещаний, да, секретных, за которыми мы наблюдаем, заявлений, которые делаются, вот так, тот же наш главнокомандующий Залужный сообщил американской стороне, по крайней мере, об этом писал Bloomberg, что его войска находятся на пороге прорыва. Вы действительно, есть ли у вас ощущение, что мы подошли как раз к решающей фазе этой наступательной кампании? Вы знаете, я же не люблю комментировать военную составляющую, потому что ваши военные сами просят держаться режима тишины. И я только могу говорить, исходя из того, что сказал, например, ваш генерал Залужный, что скажет там генерал Буданов, что скажет генерал Сырский. То есть вот когда они что-то говорят, я на базе их данных могу это судить. Но я слышал, что они официально сказали, что прорвали первую линию обороны. Я слышал, Дэвид Петреус сказал, что еще 2 месяца. То есть это только середина. Если за это время вы прорвали первую линию обороны, а первую линию обороны намного сложнее прорвать, чем дальше, понимаете? Вы должны это понимать, да, с военной точки зрения, то, что публично сегодня известно. Значит, однозначно впереди есть конкретные тоже успехи, потому что это прорвется, когда дальше уже пойдет как по принципу домино. Самое сложное вот именно вот этот момент. Поэтому я так думаю, да, правильно говорят, что сегодня очень важный этап, и еще в ближайшие 2 месяца многое может произойти. Но я не сомневаюсь о том, что... Более того, я не сомневаюсь о том, что когда завершится вот эта, так сказать, кампания, а потом начнется зимняя кампания, и после этого будет наверняка похожее такое же контрнаступление, уже весеннее. Я так думаю, самое решающее будет именно тогда, когда будет все остальное, все, о чем сегодня говорят, и F-16, и все остальное, тогда будет брошено на окончательно. Ну, просто наверняка они хотят сегодня сделать так, чтобы было видно и всем понятно, что эту машину не остановить. Поэтому эти 2 месяца очень важны и для Украины, и для всего Запада в том числе. Но они не менее важны и для России. Она понимает, что здесь на карту поставлены будущие режимы в Кремле. Поэтому они будут это прикрывать мясом. Потому что у них технических для этих средств нет. У них единственный ресурс, который у них, например, в огромном количестве, это человеческий ресурс. Но опять же, это тоже чревато. Вспомните ту первую мобилизацию и как это обернулось для той же России. Поэтому невозможно ее не проводить.
А когда ее проводишь, значит, есть определенные риски информационного, идеологического порядка в том числе. И других вариантов у России я не вижу. Ни Иран, ни Северная Корея. Это не тот уровень поставок, поддержек. Вот. Сами возможности России сегодня не на том уровне, вы это видите. Китай в это дело вмешиваться не будет однозначно. Китай будет поддерживать Россию экономически, там держать на плаву, сливки снимать, по дешевке скупать все, что возможно. Но Китай красную линию не будет переходить, потому что у Китая огромное количество проблем внутри страны, экономического порядка. Китай не хотел бы ссориться с Соединенными Штатами и с Европой. Поэтому посмотрите на контакты Китая за последнее время, и Блинкен там. И вот сейчас министр торговли США там находится. Вот, и это говорит о том, что эти страны понимают, на кону 1,5 триллиона между Западом и Китаем. И им не нужна ни горячая фаза, но им не нужна и холодная фаза, если эта холодная фаза может быть и по Китаю, и может быть и по Америке, и по Евросоюзу. Я думаю, они в конечном итоге договорятся. Просто они пока не знают окончательно, как разрулить эту войну и как ее привести к финишу. У сторон разные взгляды, и поэтому они будут исходить из того, ну, что будет происходить на поле боя. Поэтому все так внимательно и следят за этим, все так внимательно спекулируют на эту тему. Вы просто поменьше на эту тему говорите, доверяйте своим военным. Я вашим военным доверяю на все 100%. Я доверяю вашему президенту, я доверяю вашему главнокомандующему Зеленскому, однозначно. И вы должны как народ доверять, потому что коней на переправе не меняют, а эти люди достойно проявили себя именно в военное время. Как будет мирное время, это потом вы будете решать, и тогда будете проводить выборы, понимаете? Сегодня о том, что и ваш президент, и ваш главнокомандующий Залужный оказались в нужное время, в нужном месте, это говорят все во всем мире, включая здесь Соединенные Штаты Америки. Поэтому знайте цену и вашим руководителям также. По поводу возможности России дальше продолжать эту войну и усиливать свои позиции на поле боя, американская разведка сейчас сообщает о том, что Россия и Северная Корея активно продвигаются в переговорах по сделке о поставках оружия для войны как раз против Украины. И, как утверждает американская разведка, речь идет о значительном количестве боеприпасов для различных типов систем вооружения, включая артиллерию. А как вы считаете, насколько вероятно, что эта сделка все-таки состоится, или Соединенные Штаты таки не допустят этого? Ну, касательно Ирана, Соединенные Штаты не допустили поставку баллистических ракет, как вы помните, да? Угу. Вот. Иран все-таки это не Северная Корея, и на Иран влияние у Америки побольше через своих же союзников в Европе. На Северную Корею давление только через Китай. Насколько американцам это удастся, я сказать не могу. Но если американцы захотят, они это смогут сделать. Но для этого надо не дразнить Китай, для этого надо договариваться с Китаем. Ну, то есть я имею в виду не дразнить на теме Тайваня. К сожалению, американцы, у них то холодное, то горячее. То они делают реверансы в сторону Китая, то одной рукой, а другой рукой они вот, выделяют какие-то деньги на оборону того же Тайваня. Вот буквально за полчаса до эфира я услышал сообщение вот по американским каналам, что 80 миллионов, опять же, выделено как независимому какому-то государству. Да? То есть, ну, из фонда для независимых государств. У президента Америки есть такой фонд, то есть, когда они могут выделять для независимого государства. И вот он выделил оттуда 80 миллионов, да, для Тайваня. Спрашивается, зачем? Когда твой министр торговли там находится, когда ты хочешь определенной лояльности. То есть это, опять же, предвыборная кампания здесь началась, и на теме Китая, так же, как и на теме Украины, и республиканцы, и демократы будут спекулировать. Больше они, конечно, будут спекулировать на теме Китая, потому что китайская тема – это номер один. Украинская тема просто после 24 февраля, она вышла сегодня, да, в тренды. Но я так понимаю, что после завершения этой войны эта тема уйдет, а китайская тема, она была до этой войны, во время этой войны и после этой войны будет. И она как будто бы востребована американским обществом, вот, особенно в первую очередь бизнесом, большим бизнесом, потому что они понимают, насколько сегодня надо сдерживать Китай для гегемонии американских денег, американской экономики на внешнем рынке. И поэтому они будут сдерживать тот же Китай всеми возможными способами, а в качестве страшилок будут вбрасывать всякие вот такие темы. И про уйгуров будут вспоминать, и про Тайвань будут вспоминать, и про многие другие моменты будут вспоминать. Это, к сожалению, это всегда двойные, тройные стандарты в отношении тех стран, которые ну, делают что-то не то. Это как они, для них важно, чтобы это был сын, но это был наш сын.
Вот, как говорил Рейган в отношении генерала Наренги. Вот. Но, к сожалению, поэтому, видите, они уйгуров-то нерегулярны. Проблема с уйгурами, что она первый день, она же всегда была. Они, видите, иногда вспоминали. Вспомните 70-е годы, когда они договорились с тем же Китаем, да, на Никсона, Киссинджера. А тогда что? Там вообще тогда ужас все творилось в том же Китае. Ну, договорились же, поэтому... Если бы вели бы себя так, как в 70-е годы, и также использовали бы тему Тайваня и сыграли бы на это в противовес той же России, ну, это было бы плюс, я аплодировал бы, я сказал бы, государственные деятели появились здесь в Америке. К сожалению, в Америке государственных деятелей сегодня нету. Вот сегодня буквально, опять же, в этой же передаче, которую я, аналитическая передача была, я там ее слушал, и там как раз-таки вот сказали, Митч МакКоннелл выступал, и вдруг он замер. Замер, он ему задает вопрос, а вы будете выставлять свою кандидатуру? И он замер, он какой вопрос переспрашивает, помощник приходит, говорит, вы слышали этот вопрос? Человеку 81 год. Он же не первый раз, это у него за последние несколько месяцев такое происходит. В Конгрессе там 90 лет, 89 лет, 88 лет. Это Митч МакКоннелл еще молодым считается, понимаете, по меркам американского Конгресса. Поэтому, когда мы это все видим, когда мы это все понимаем, эти люди думают о следующих выборах. Они не думают о следующем поколении. И поэтому, когда ты не думаешь о следующем поколении, и ты не можешь понять вот этих глобальных, так сказать, тусовок, то, что происходит в мире, да, вот эта турбулентность, и чтобы понять, что сегодня ситуация напоминает 45-й год. То есть вот когда надо готовиться, да, надо завершать эту войну, 44-45 год, чтобы потом сделать какую-то Ялту. И как эта Ялта будет выглядеть в политической сфере, я имею в виду Организация Объединенных Наций, какие будут там порядки, где какие центры будут находиться, будет ли там два центра, будет ли, и может быть, несколько центров, потому что сегодня все видят, что многополярный мир однозначно будет, но он не должен быть двуполярным, потому что это не США и Китай, потому что и Латинская Америка, и Африка, и Азия. Очень много стран, которые хотят работать и с Америкой, и хотят работать и с Китаем, в том числе вот эти же страны БРИКС, если так взять, да, вы видели их поведение. Они, видите, и в Джиду приезжают, они с БРИКСами встречаются, и не так ведут себя по отношению к той же России, как Россия хотела бы, и не так ведут себя по отношению к тем же американцам, как американцы это хотели бы. Ну, потому что сейчас нету железного занавеса, сейчас нет противостояния идеологического. Сейчас идет борьба за логистику, за энергоресурсы, за деньги. Да? Только эти люди же, они тоже хотят зарабатывать. Поэтому у них огромные свои проблемы, огромные свои интересы. Поэтому, да, Америка и там, Китай, они большие экономики, у них свое противостояние. Они ищут союзников в этих линиях. Оно есть огромное количество географий, где страны вынуждены просто и работать и с Китаем, и с Америкой. Поэтому даже тот же Евросоюз, заметьте, у них позиция по Китаю отличается от позиции тех за Соединенных Штатов Америки, да, поэтому с Китаем у них нет такой эскалации, как, например, у США с тем же Китаем. Поэтому это мы должны понимать, чтобы правильно оценивать все идущие геополитические процессы. По поводу еще отношений Москвы и Пекина хочу дальше спросить, потому что, как пишет Bloomberg, якобы уже подтвердился визит Путина в Китай как раз во время саммита «Один пояс, один путь», который должен состояться в октябре. Чего вы ожидаете от этого визита и зачем, что важно для Путина привезти оттуда? Ну, во-первых, я не слышал такого подтверждения. Это Bloomberg повторил информацию от июля месяца. Это в июле месяце Юрий Ушаков, бывший посол здесь США, я с ним лично знаком, вот, когда он работал в бытность здесь послом, тогда еще меня приглашали в самом начале 2000-х, потом перестали приглашать. Вот. Он разведчик, он генерал, он знает, что он говорит. Поэтому тогда он сказал, что вполне возможно такая встреча может быть. Но для встречи на таком уровне, она же так просто не бывает, ее надо готовить. Тем более просто все исходят из того, что Си Цзиньпинь посетил Москву, значит, должен быть ответный визит. Логично, да. Но просто Bloomberg это взял и бросил в информационное поле. И вот вы сейчас, и все журналисты также это цитируются. А на базе каких данных это говорится? Нет, это выдают желаемое за действительное. Потому что на таком уровне визиты они должны готовиться. Должна быть повестка дня. А повестка дня какая? Есть эта повестка дня? Нету пока этой повестки дня, потому что идет война, это находится на той фазе, как вы давеча правильно отметили, да, что в ближайшие два месяца может быть интересно. И что он в ближайшие два месяца бросит это все и поедет туда, в Пекин. А зачем ему это надо сегодня? Это можно сделать и побольше, подольше. Но главное не просто ездить. Здесь нужны же какая-то повестка дня, результаты должны быть конкретные. Вот. И поэтому, а если посмотреть на его визиты за эти полтора года, вы видите, он кроме Белоруссии, Астаны, Самарканда, Еревана,
И вот единственное, что он посетил еще, тот же Тегеран в самом начале войны, да, он должен землю и воздух контролировать. Он даже в ту же Турцию. Помните, когда точно так же вот вбрасывались, я сказал, он в Турцию не поедет. Потому что нет таких данных. А вот сейчас, например, как будто вот сейчас я с вами разговариваю, сегодня Хакан Фидан находится в Москве, и как будто бы предварительная договоренность о встрече 4 февраля как будто бы есть. Опять же, это не окончательная договоренность. Вот сейчас именно согласовываются повестку дня. Потому что если они встретятся, и, скорее всего, они встретятся не в Москве, а в Сочи, вот по имеющейся информации, вот, чтобы это ближе было и президенту Турции, да, ну, опять же, это территория, которая контролируется Россией. Поэтому вопросы безопасности, в первую очередь, нужны Кремлю, лично президенту России, вот, касательно его выезжей за границу. И вторая тема – это повестка дня. Вот повестка дня с президентом Турции, она тоже должна быть определена. Это касательно там, зерновой сделки, касательно самой главной проблемы, которая сегодня Турцию волнует – это проблема в Сирии. И там Турция рассчитывает на благожелательность России и давление на Башара Асада в этом вопросе. Не знаю, договорились, не договорились. Если не договорятся, встречи не будет. Если договорятся, значит, встреча будет. Значит, должны быть какие-то прорывные решения и по Сирии в том числе. Я уже не говорю о том, что вот, на Южном Кавказе в отношениях Армении и Азербайджана сейчас определенная эскалация, вы видите. Накопилось много вопросов между Турцией и Россией в том числе. Поэтому много вопросов. Будет, не будет. Но как будто бы тенденция уже к тому, вот то, что министры уже встречаются, это уже говорит о том, а что министры иностранных дел России и Китая встречались? Ван И встречался с Лавровым. То есть это для того, чтобы говорить о том, что встреча будет когда-то в октябре, должна быть встреча каких-то лидеров, ну, представителей верхушки этой власти, и они должны определить какую-то повестку дня. Я пока повестку дня для встречи лидеров Китая и России в ближайшее время не вижу. А это вполне может измениться в одночасье. Да? Но на встречу России и Китая также будет влиять именно то, что будет происходить на поле боя. На поле, то, что происходит сегодня на Украино-Российском фронте, влияет на повестку дня встреч многих международных структур, ну, таких как БРИКС, ШОС, ОДКБ, ну, то есть там, где есть Россия, да, или же G7, G20, и все, саммит НАТО и все остальное, все, что касается западной составляющей, да, потому что все идет через призму этого. Поэтому надо смотреть, что происходит на поле боя, и понимать, это будет или не будет, и где может быть президент России, а где не может быть. Вот он на саммит 20-ку и не поедет. А почему ему ехать? Что изменилось с прошлого саммита? Ничего не изменилось. Он не был на прошлом саммите. А зачем ему сейчас туда ехать? Опять отправят туда Лаврова. Потому что этот саммит ничего не решает. И там такая же будет декларация, как и год назад. Ну, спрашивается, зачем ездить так далеко, тем более для него. Так, в прошлом году там еще не было решения Международного уголовного суда, он не поехал. А сегодня есть решение Международного уголовного суда, он должен доехать. Поэтому Нарендра Моди с ним созвонился, и они договорились, чтобы, ну, не надо. Потому что не надо ставить того же Нарендра Моди в плохое положение. Потому что если он вдруг примет такое решение, то Нарендра Моди оказывается в сложной ситуации. К нему могут не приехать многие представители западных стран, спрашивают, тогда это будет удар по авторитету Нарендра Моди. Поэтому он это, если Южная Африка добилась этого, Нарендра Моди тоже так спокойно этому может добиться. Поэтому мы должны понимать проблему безопасности, проблему политической конъюнктуры, некоторой токсичности встреч с тем же президентом России. Одно дело, это встречается президент Турции, которого уполномочили быть модератором и Организация Объединенных Наций, и Соединенные Штаты Америки, и весь коллективный Запад, и попросили об этом и Россия, и Украина. То есть все согласны, да, в эту роль. Поэтому президент Турции, так же как Гутьерреш, может ездить куда хочет. То есть в этом плане, да, это решают. Здесь никакой токсичности для этих встреч нету. Вот, например, если Макрон полетит, Шольц полетит, вот как они вначале делали, для них это будет удар по их престижу. Спрашивают, какого черта туда полетел? Ты не уполномочен в качестве модератора, да, с тобой не считается. Значит, ты идешь что-то не то. Поэтому, если кто-то уже едет, это уже себя завязывает на этой токсичности. Ну, африканским странам, может быть, им наплевать. А вот этим всем, которые находятся в БРИКС или в той или иной мере хотели бы иметь хорошие отношения с тем же Западом, им не наплевать. Поэтому они будут все взвешивать, чтобы понимать, насколько это соответствует их интересам. Во всяком случае, повестка дня для встречи лидеров Китая и России пока еще на сегодняшний момент не созрела. И Блумберг просто повторяет новость от июля месяца.
Понятно. Но вот еще интересная информация появилась о том, что как раз Китай, когда официально издавал географические карты на следующий год, собственно говоря, уже там обозначил спорную с Россией территорию в районе острова Большой Уссурийский как раз как китайскую территорию, также там же и обозначена спорная с Индией территория в районе Гималая, как индийская. Вот что интересно, индийская МЗС отреагировала, и Индия выразила Китаю протест из-за этой карты, а вот Россия промолчала. Как вы думаете, почему? Ну, это же довольно унизительно. Ну, да, правильно поставленный вопрос, умница. Да, видите, Индия прореагировала. Значит, Индия показывает зубы, характер. Как ты можешь это делать? А Россия, это же не первый раз, такая карта демонстрируется. Вспомните, до этого вся Россия была показана, как эта карта. А здесь конкретно остров показывают. За этот остров с 1800 года, как я знаю, они борются. Плюс после революции там 100 лет тому назад Россию оккупировала, и больше на эту тему даже они не разговаривали тогда с Китаем. Ну, у Китая не было возможности тогда и сопротивляться. Но в 2008 году они вроде договорились. Вроде заключили какое-то соглашение, пополам поделили этот остров. И вдруг на тебе сегодня вот такого типа. Вот это как раз давеча я вам рассказывал про повестку дня между Китаем и той же Россией. Когда Китай вот такие вещи демонстрирует, что хочет Китай этим самым показать? Значит, он понимает, что Россия сегодня все слабеет и слабеет. И по мере того, как Россия будет слабеть, Китай, конечно, будет это использовать. И в экономической сфере, и в информационной сфере, в политической сфере. То есть однозначно Китай заинтересован в ослаблении России, но не заинтересован в хаосе, да, и в дестабилизации такой, чтобы он не мог бы контролировать эту территорию. И Китай делает все для этого. И вот то, что это сейчас вы сказали, как по поводу этих карт, это лично и реакция России лишний раз подтверждает весовые категории и Китая, и России. А как может Россия в нынешней ситуации реагировать? Что она должна дать ноту протеста, вызвать китайского посла в МИД и отчитать его? Ну что, это поможет? Это поможет будущим взаимоотношениям между Китаем и Россией? Это может позволить себе Соединенные Штаты Америки и Китай. Они вот там что-нибудь делают, и моментально у них идет эскалация. Да, да, они сегодня в одной весовой категории. А сегодня у России, кроме ядерного оружия, чтобы быть в одной весовой категории с Китаем и Соединенными Штатами Америки, больше ничего нету. Но в современном мире не ядерное оружие решает все. Здесь, если в современном мире все решало бы ядерное оружие, тогда бы и Северная Корея сегодня входила бы в список самых главных стран на планете. Не ядерное оружие, а наличие ВВП, экономические возможности, наличие армии. Опять же, сегодня все увидели. Вы, украинцы, развенчали миф о второй армии на планете. Она не вторая, не третья и даже не десятая. Коль она сегодня не может победить Украину, которая даже и не считалась ни второй, ни третьей, ни пятой армией, да, и которая вот так же как будто бы вышла из рельс Советского Союза. И по ходу войны она проходит вот это переоснащение. И Украина же не провела реформы этой армии 10-15 лет, как, например, Азербайджан 15 лет шел к нынешнему состоянию. Вы во время войны только начинаете это все делать. И несмотря на это, вы сегодня побеждаете Россию в этой войне. То есть вы раздолбали этот блицкриг, и вы сегодня тихо-тихо, медленно, но верно освобождаете свою территорию. Поэтому если армия не такая, как надо, если экономика не такая, как надо, если военно-промышленный комплекс этой страны не на том уровне, то что выпендриваться перед кем? Перед Китаем? Можно повыпендриваться перед странами Африки. Вот поэтому можно проводить такие конференции. Опять же, страны Африки тоже изменились. Заметьте, не все пришли туда с протянутой рукой. Пришли те, которые хотели бы равноправных определенных отношений. И мне кажется, в России еще не до конца поняли, что эпоха Советского Союза миновала. В Китае это очень хорошо поняли. Я так понимаю, они это поняли еще с 70-х годов, когда Дэн Сяопин начал вот эти реформы. И поэтому Китай, посмотрите, да, в Китае есть коммунистическая партия, она даже как будто бы у власти. Как будто бы у власти по форме, да, коммунистическая партия строит коммунизм, грубо говоря, а по содержанию, по наполнению, там совершенно, там капитализм, там рыночная многоукладная система экономики, да, там совершенно другая страна, поэтому они 1,5 триллиона с Западом имеют товарооборот. То есть не с железным занавесом, они живут с этим Западом. Россия, Советский Союз рухнул, все это пропало. Ну, что изменилось? Они остались на том же уровне.
У них нет городов на уровне Шанхая, на уровне Гонконга, на уровне... Гонконг, когда был в свое время, во времена Мао Цзэдуна, я имею в виду, когда он был британской колонией, да, это была единственная такая, сказать, китайская точка на таком западном уровне. Сегодня 10 городов Китая выглядят намного красивее, чем тот же Гонконг. В России есть что-нибудь такое? А что им помешало пойти этим путем, как Китай? У них даже коммунистическая партия вроде бы осталась. И Ленин, так же как Мао Цзэдун, остался еще в Мавзолее. А у них Единая Россия создали новую партию. Так как говорил один умный человек, с Россией все, что не создаешь, превращается в КПСС. И вот это Единая Россия, они стали КПСС, и у них, что не советник по политическим вопросам, будь то Сурков или тот же Мединский, у них все Советский Союз. Кинофильмы про Советский Союз, учебники про Советский Союз. Крутят все времена Советского Союза, иронию судьбы уже 30 лет показывают. Кубанские казаки, Штирлиц, 17 мгновений с ней, все пошло-поехало. В Китае разве так? В Китае не так. В Китае это дозировано, это ровно настолько, насколько это можно держать свое общество внутри. Но они его не зомбируют. В Китае совершенно по-другому сегодня развивается экономика. И поэтому, когда это понимают в Китае, это понимают на Западе, это понимают и в других странах, которые хотели бы идти именно этим путем, а Россия продвигать старые вот эти самые клише Советского Союза и хотят где-то составить Советский Союз 2.0. На постсоветском пространстве им это не удается. Вы что думаете, они наладят отношения с латиноамериканцами, с Латинской Америкой, с африканскими странами? Они идут подходом Советского Союза. А мир поменялся, и эти подходы сегодня не работают. В мире нужны другие рецепты для того, чтобы завоевывать эту логистику, эту географию, эти ресурсы. Китай идет этим путем однозначно. И вот многие, Юго-Восточная Азия идет этим путем. Посмотрите, тот же Вьетнам. Как будто бы коммунистический Вьетнам был. Да? Посмотрите сегодня во Вьетнаме, как развивается экономика, какая там сегодня идеологическая база и какие у них отношения с теми же Соединенными Штатами Америки. А там же 50 лет тому назад, вы если помните, север, юг был, там правительство Хо Ши Мина было, строили также коммунизм, Советский Союз, Америка воевали. То есть надо это понимать. К сожалению, к счастью, может быть, да, к нашему, и к сожалению, может быть, для соседей России, сегодня они до сегодняшнего дня не понимают вот нарративы, ну вот эти требования современного мира. И поэтому в первую очередь страдаем мы все соседи. Я когда говорю «мы», я имею в виду и мой родной Азербайджан тоже. Я имею в виду всех соседей. И Беларусь страдает, и страны Балтии страдают, и Молдова страдает, Армения, Грузия, Азербайджан. Все страны Средней и Центральной Азии также страдают. Вы же видите, потому что они никак не могут от своей имперскости отказаться. Кстати, это проблема той же Франции. Вот во Франции, вот которая Нигер там, вот Мали, вот где они, Буркино-Фасо, вот это все, где происходит, Габон, вот эти. А Франция никак не может понять со времен Деголя, они как будто бы не могут решиться на этот процесс, да, потому что на этот имперский. Вот у Франции то, что Советский Союз, вот то, что Россия, извиняюсь, делает сегодня на постсоветском пространстве во взаимоотношениях. Франция там со многими африканскими странами, да, это бывшие их колонии. Они никак понять не могут, что эти колонии хотят жить своей жизнью. Если вы хотите сохранить там свое влияние, нужно по-другому работать с этими территориями. Да? Вот Китай сегодня старается именно таким образом это делать. Заметьте, как Китай проглотил Гонконг. Китай также хочет проглотить и Тайвань. Поэтому, когда кто-то начинает говорить глупости о том, что там будет война, горячая фаза, да не будет там никакой горячей фазы. Она не нужна ни американцам, ни китайцам. Просто это будет игра идти такая же, как вокруг Гонконга. В конечном итоге Тайвань вернется в лоно того же Китая. Просто конъюнктура должна будет созреть для этого. И иначе тогда спросите, скажите, пожалуйста, почему американцы с 70-го года по сегодняшний день придерживаются доктрины одного Китая? Почему они же признают официально эту территорию Китая? Да, они признают официально, но делают все, что хотят. Потому что они понимают, что в конечном итоге это будет предметом торга. И это прекрасно понимают и в Китае, и это прекрасно понимают в том же Тайване. Половина Тайваня сегодня за Америку, половина Тайваня за Китай. Значит, когда-то эта чашка может и в ту или иную сторону сыграть. А кто будет это решать? Здесь в Америке будут решать, когда с Китаем пойдут совершенно другие взаимоотношения. Пока сегодня бодаются, они, значит, будут это использовать в этом ключе. Когда начнут мириться, как в 70-е годы, они могут это использовать в другом ключе. К сожалению, Россия это не понимает, и под раздачу попадает не только она сама, но и ее ближайшие соседи. В данном случае пока под раздачу попали вы. Но, слава богу, мир стал это понимать. И я не думаю, что России будет позволено держать оккупированную территорию Украины, хотя бы какую-то ее часть. Они сделают все для того, чтобы этого больше не было. Потому что тогда это останется как раковая опухоль, и это не может быть уроком для того же Китая. Именно
помочь Украине и сдерживать тот же Китай, тоже в интересах тех же Соединенных Штатов Америки. Иначе, если не защитите Украину, как вы будете давить на тот же Китай? Китай не будет с вами считаться. Поэтому надо понимать все эти геополитические моменты и как ведет Китай, разница между Китаем и Россией в их взаимоотношениях, между Китаем и Соединенными Штатами в их взаимоотношениях. И просто где находится сегодня Украина? И в этой геополитической, вот этот маленький корабль, да, Украина вот в этом море турбулентности, чтобы правильно выйти и сохранить свою государственность и правильно построить свою систему безопасности. Господин Нус, пока мы с вами беседуем, президент Зеленский сделал заявление, которое, вот, наверное, позволяет нам закончить сегодня наш разговор на оптимизме, на позитиве. По мнению Зеленского, война может закончиться уже в 2023-м. Он говорит, для этого нужно необходимы три условия. Это продвижение Украины на фронте и давление на Россию, полностью сломлен дух россиян, а также тот факт, что мир будет оставаться на стороне Украины. Согласны ли вы с этими словами? И как вы думаете, вот действительно, какая вероятность, что эта война может закончиться еще в этом году? Я согласен с тем, что эта война может закончиться в этом году. То есть я согласен с этим тезисом. Я понимаю, что он говорит это. Другое дело, он же говорит о том, что может быть. И я говорю, может быть. Но для того, чтобы это произошло, это не зависит только от Украины. Это зависит именно от Соединенных Штатов Америки. В первую очередь, от их союзников. Но, насколько я понимаю, здесь старт предвыборной кампании только начинается. И закончить эту войну сегодня, а что будем делать весь следующий год, на каких нарративах сохраним место кресла президента в Белом доме. Извините, я за прямоту, но это, такие вещи надо говорить открытым текстом. Я друг Украины, я мало ли что, я гражданин Америки. Я буду называть вещи своими именами. Предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки, она будет влиять на ход этой войны. Но она будет влиять, конечно, с положительной точки зрения на ход этой войны. Да? То есть просто они захотят растянуть этот процесс ровно так, чтобы именно потом сказать, что да, это вот администрация Байдена обеспечила эту победу. Мы администрация победы, а не те, как нас хотят винить вот, в позорном бегстве из Афганистана. Если бы следили за американской прессой, республиканской, вы увидели бы, что целый день, вот сейчас Павловская, даже сейчас сегодня в Конгрессе слушания начались о том, что надо провести расследование, каким образом произошло, вот такое позорное бегство и так далее, и тому подобное. Когда не вместо того, чтобы сказать, а что вы вообще там 20 лет делали? Куда вбухали вы 3 триллиона, и кто виноват, что вы там 20 лет находились? Почему 20 лет назад вы не ушли оттуда? Пришли, ушли. Могли бы и 19 лет тому назад оттуда уйти. А почему этого не делали? Никто этих расследований. Более того, если когда вы куда-то приходите, что-то вы делаете, вкладываете, вы же должны там навести порядок, да? А за 20 лет вы не смогли там навести порядок? Две республиканские администрации, две демократические администрации? И что, из-за этого никаких расследований? А то, что вот позорное бегство, вы начинаете это расследовать, это лишний раз говорит о лицемерии, да? То есть о политической конъюнктуре. Таких тематик. И, к сожалению, война России против Украины тоже одна из таких тематик, и она будет также спекулятивной тематикой. И именно я понимаю вашего президента, когда он так говорит, я тоже могу подтвердить этот тезис, она может закончиться в этом году, но, к сожалению, политическая конъюнктура на Западе не даст этому возможности, скорее всего, война перейдет на следующий год, и она будет решаться именно, ну вот весенняя кампания, она будет самая такая ключевая, когда и F-16, и Атакамс, и Таурус, и Шторм Шедов, это все будет работать по всей территории, прифронтовой территории, я имею в виду с севера на юг, включая и Крым, и все то, что и Донбасс в том числе. Я к чему это веду, да? То есть все, что возможно, будет сделано вот сейчас, в ближайшие пару месяцев, а все остальное будет идти подготовка и к этому. Вспомните, какая была подготовка к этому контрнаступлению, и она тоже шла в тишине, и какая-то определенная пауза была, но локальные бои шли. Вот так же будут идти определенные локальные бои. Война не будет утихать во время зимы однозначно, ну а потом наступит время решающего, так сказать, наступления, а к этому времени подоспеет и все остальное. Но не сомневайтесь в том, что это произойдет. Просто это мы хотим, чтобы это произошло в этом году. Но у войны есть свои законы, к сожалению. Если все решали бы только военные,
конечно, проблем было меньше. К сожалению, наряду с военными иногда в дела вклинивается и большая политика, и вот такого типа политическая конъюнктура, связанная с выборами в тех или иных центрах принятия решений, от которых зависит будущее этой войны. И Соединенные Штаты, и выборы здесь, в США, одна из самых главных составляющих в этой всей войне. Что ж, спасибо большое за вашу аналитику, спасибо за ваше время, что присоединились к нам сегодня. Дякую, до побачення, слава Україні. Всього хорошого. Друзі, нагадаю, Арамис Юнус, американський політолог азербайджанського походження, був з нами на зв'язку. Я дякую за ваш час, за вашу увагу. І насамкінець традиційно попрошу, якщо було цікаво, поставте лайк, підпишіться на цей канал і активними будьте в коментарях. Я вам за це буду дуже вдячна. На все добре і бережіть себе.